Только что забрал смока. Сейчас соберем, и я немного расскажу про него. Пришли в скейт-парк, я уже распаковал самокат. Пришли носочки, две пары, черные и белые. И намотки на руки, сейчас будем перематывать, собирать самокат. В комплекте идет такая инструкция и шестигранник. Начнем с руля. Это вырежу потом. Руль у нас алюминиевый, высоту 66, ширину 50. Зажим у нас двухболтовый, вот такой облегченный. Вот главная часть. Доска у нас в длину 49 сантиметров, ширину 12. Тормоз вот такой у нас. Колесики крутятся, все хорошо. Сейчас соберем самокат, посмотрим, как он будет выглядеть. Вот собрали самокат, вот такой вот получился. Немножечко обзора. Сейчас перемотаем намотки и заснимем пару крючков. Такие носочки, которые вы можете заказать на Валберисе. И намотки также. Самокат заряженный получился. Вот такой вот. Сейчас снимем пару крючков. Сейчас будет пару трюков с первой в этом полке. Сделаю в эту фигуру киклис и потом сразу в дорожку в гипотеркат. Следующую дорожку сделаю два ипа и два киклиса. Сейчас попробуем чуть-чуть барчики поделать, посмотрим, как на этом руле вообще барчики. Пацаны со скейт-парка немного трюков мне загадают. Гадаю, даю фуру, вот бэкфлип. Я гадаю баттеркап на бар. Гадаю фуру, Брайан Брэлбэн. Гадаю Даня, опа брай киклис на стол. Гадаю фуру, Брайан двайпа. Гадаю Даня, фром Брайна бар. Ребят, прокатился на самокате, заснял пару крючков, пацаны тоже загадали мне трюков. Самокат очень сбалансированный, руль алюминиевый, барчики летят хорошо прям, с намоточками самое то. Сейчас пойдем еще на памп-трек, посмотрим, какой накат у самоката. Все, мы на памп-треке, сейчас прокатимся. Стой, малец, стой. Пацаны, стойте, стойте. В общем, покатался я на самокате, что могу сказать. Нюансов никаких я не вижу. Все достаточно хорошо, идеально сделано. Самокат рекомендую, всем советую. Всем пока.